В Ростове-на-Дону 19 ноября в конгресс-холле ДГТУ прошел 4-й гражданский форум «Общество и власть. Солидарная ответственность». В работе форума приняло участие около 1000 человек, представляющих все ключевые секторы общества – власть, бизнес, общественные структуры и средства массовой информации. Как организаторы ждем от форума, чтобы люди получили ответы на самые свои главные проблемные вопросы. Потому что приехать, потратить свой целый день, время, здоровье, на что-то нацелиться, очень хотелось бы оправдать надежды и чтобы сегодня самые авторитетные и суперпрофессиональные эксперты, практики в области каждой площадки смогли ответить на поставленные вопросы всех участников. Потому что люди едут получить информацию раз и получить ответы на свои вопросы. Я думаю, что гражданский форум посвящен нам, обычным гражданам. Я думаю, что я для себя возьму что-то новое. Называется «Общество и власть», и здесь можно на этом форуме пообщаться с представителями власти, озвучить свои вопросы, свои проблемы, решить эти вопросы, свои проблемы. У нас строительство большого реабилитационного комплекса в городе Батайске. Сейчас мы подводим туда газ, свет. Недавно мы благодарили Василия Юрьевича Голубя, губернатора Ростовской области, за поддержку, за помощь. И вот этот вопрос нужно закончить, потому что проблема есть, наркомания есть, это все молодеет, это очень все страшно, и нужно эту проблему решать. И только совместно с объединением общества и власти это реально и возможно. Я считаю, что мы должны объединить действительно как власть, так и общественные организации. И думаю, что было бы очень полезно объединить еще общественные организации и наш бизнес. Действительно очень здорово, что мы объединили районы, города на такой прекрасный общественный форум, где мы можем решить глобальные вопросы и, самое главное, каждодневные, которые интересуют на сегодняшний день каждого из нас. Этот форум уникален в своей роде и является знаковым событием для нашего региона. Ведь именно здесь вы, уважаемые участники, представители гражданского общества, органов власти, бизнеса, средств массовой информации, имеете прекрасную возможность и получить полезный опыт, и знания, и навыки, которые помогут вам в вашей дальнейшей деятельности. То есть вы можете прийти сегодня не только опыта взять, но еще и поделиться? Конечно, уже можем. Да, у нас есть накопленный опыт, да, нам есть чем поделиться, причем неплохой опыт, начиная там от банальных спила деревьев и обустройства там водопроводной сети, вплоть до общественного контроля и выявления факта хищения бюджетных средств, которые были выделены на ремонт наших дорог. Благодаря Общественной палате Ростовской области нам удалось доказать этот факт. Вот. И вот сейчас боремся за привлечение к ответственности виновных лиц.